Здравствуйте, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам покажу свои покупки одежды. Одежды всякого-всякого. Сумочки. Я тоже поддалась предновогоднему шопингу и накупила. Покупала не в магазине, а в интернет-магазине. Интернет-магазин Dresslink. Правда, шло это все долго. И я надеялась, что это все успеет прийти на Новый год, потому что я заказала платье, хотела его одеть. Но, сразу скажу, но оно не пришло. Оно пришло после Нового года. И уже, ну, вот так вот у нас работала почта, что поделаешь. Ну и ладно, не пришло, так не пришло, одела другое платье, а сейчас я вам покажу, и что пришло. И расскажу, поделюсь своими впечатлениями. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Начну, пожалуй, с вот с такой кофточки. Выглядит огромная. Не думайте, что она такая. Это у нас такой покрой, летучая мышь. Я в последнее время приобретаю вторую такую. Вот если кто следит за мной, то видели, наверное, что у меня есть видео с блузочкой сиреневой. У меня тоже такая она летучая мышь. И почему бы нет? В последнее время они мне начали очень нравиться, такие модельки. Вот такой спущенный рукавчик. И здесь вот, вот так вот. Ну нет уж, теперь я одеваю сейчас это вот такое вот платье. Это такое с длинными рукавчиками. Такую мягкая трикотажная ткань, которая сидит хорошо на фигуре. Сразу скажу насчет размеров. Вот посмотрите, девочки, я сама ношу эско. Если вы будете у них заказывать на сайте, то сразу учтите, что они сами по себе маленькие, и они шьют на себя. Так как мы немножко все-таки крупнее их, и хотя мы не кажемся такими, то берите на размер больше или даже на 2. Там у них есть размерные ряды, поэтому прежде чем заказывать, я тоже все померила и решила, что все-таки мне нужно брать М-ку. И М-ка мне как раз прям вот, ну, практически впритык. Еще чуть-чуть, если я буду много кушать, то я уже не влезу. Поэтому нужно будет сразу заказывать. Следующее платье я его еще не одевала, то есть я его примерила, не отглаживала, поэтому оно еще с этикеточкой. Это такое безразмерное платье на резиночке. С ним у меня проблем не возникло, в смысле того, что выбирать размер. Оно вот здесь вот на резинке и подойдет на любого человека. Я вот хотела его, конечно, тоже думала, одену на Новый год. Но, кстати, я заказывала такое розовое, пришло черное. Ну, чему я очень довольна, потому что если бы пришло розовое, оно могло быть как и такой вот не очень приятный розовато-поросячий цвет есть такой. И поэтому я очень рада, что пришло черное. Черное прям ко всему.
Ткань здесь вот на юбке, она двойная, чтобы не просвечивала. Здесь вторая есть, подъюбник, то есть она не просвечивает. Следующая вещичка, это вот такая сумочка, сзади на молнии, то есть что-то можно положить. Это я взяла эту сумочку на лето, потому что летом я не люблю большие сумки, если я куда-то иду там, если только не на пляж. И поэтому я думаю, так, нужно заказать такую маленькую сумочку, чтобы куда-то там... Сюда прекрасно влезет телефон, прекрасно влезет ваша помада. И в комплект идет, конечно же, вот такой вот ремешочек, который можно двигать. И вот на таких вот штучках. Следующие я тоже пока еще только посмотрела, но с большим удовольствием я эту сумку буду носить. Пляжный такой вариант, очень красивая, с такими ручками, бечевками, на которые мы вешаем одежду. То есть прочная, очень прочная, выдержит большой вес. И это обычная пляжная летняя сумочка. Внутри находится молния, то есть как у всех сумок подклад. То есть там все есть. То есть обычная, красивая такая нарядная сумочка. Не нарядная, а летняя. То есть я зимой думаю и о лете тоже. Следующее я тоже заказала, потому что вот это все было очень дешево. Распродажи были до Нового года. Я не знаю, у нас таких цен здесь нет и не может быть. Они вообще были смешные цены. И вот это все я заказала там буквально вообще на копейки. И, конечно же, я не удержалась, заказала кисти для макияжа. И, знаете, девочки, не пожалела. У них, на самом деле, они хорошего качества, насколько я попробовала. И вот некоторые кисти я попробовала, мне они понравились. Лезут, конечно, ничего такого, да, я скажу, но за такие деньги, да, лезут. Еще не подвергались мытью, я не знаю, как еще поведут себя после мытья. Но, по крайней мере, вот это вот качество вот такое получше. Это такой дорожный наборчик. Здесь есть все кисти. Нет таких вот лишних спонжев, каких-то для бровей, которые любят они засовывать там с кисточками, с чем-то подобным. Все, все, все очень нужно. Сейчас покажу более подробно. Смотрите, вот эту вот кисточку я попробовала. Это для пудры я ее использовала. Нормально все делает, но единственное, лезет, пока лезет. Насколько она долго будет лезть, я не знаю. Вот эту вот кисточку я еще не попробовала. Это для тональника. Я так понимаю. Ой, чуть-чуть поскреплю, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Так, вот. Очень достойная, кстати, кисть. Прям. И кисти, они все для растушевки, для накладывания теней. Вот это вот интересная штукенция, я такую никогда не пробовала. Попробовала носить ей тенью. Попробовала носить ей тени. Это, знаете, что? Даже не знаю, что это такое. Она как губка, но у меня никогда такой коллекции не было. Такая вот интересная штучка. И вот все вот эти вот, они маленькие. Сразу скажу, видите, какие они совсем крошечные. Вот они маленькие, дорожные, и вот они вот что из себя представляют для
вот эти штуки для теней. Вот камера настроилась, вот так вот они выглядят. И вот эти вот, я так понимаю, они натуральные, а вот это вот искусственные. Это, наверное, все-таки для того, чтобы наносить какой-то консилер, что-то такое, потому что я вижу, что она искусственная, такая немножечко твердая, но это для бровей. Все есть в этом наборе, прям такой интересный наборчик. Закинул в дорогу. Закинул в дорогу, положил, и все, все на месте, все, ничего такого не нужно. На каждый день, конечно, ими пользоваться, наверное, я не думаю, что нужно, потому что все-таки они такие маленькие. Не очень, наверное, удобно, кто-то не любит такие коротенькие. А, так вот, в дорогу, куда-то. Ну, то есть, я вот этой посылкой очень и очень довольна. Все пришло такое вот, ну, то, что я хотела, то и пришло. То есть, и сумки нормальные, и одежда такая вот приличная, все что. Но единственное, вот я говорю, огорчилась из-за того, что не пришло до Нового года. Так, буду заказывать дальше на этом сайте. Всем пока-пока!